Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и как вы поняли, сегодняшняя тема у нас касается, как же работает iPhone Air SIM, что это такое и стоит ли его покупать. Пожалуй, начнем с того, что вообще такое Air SIM. Air SIM — это специальный чип для разблокировки iPhone от оператора. С помощью данного чипа iPhone сможет работать со всеми операторами мира. Большинство смартфонов, которые привезены с США, границы Европы, привязаны к оператору. То есть они не будут работать в странах СНГ, а с Air SIM будет такая возможность. Пожалуй, единственный выход из данной ситуации. Air SIM вставляется вместе с карточкой в смартфон. Дальше нужно выполнить легкую процедуру разблокировки, которая есть в инструкции с чипом. Какие же минусы Air SIM? Это чуть больше разряжается батарейка из-за слабого сигнала постоянного поиска сети. Пожалуй, хрупкость самого чипа, он уж очень нежный, и повредить его не составит никакого труда, что приведет его к негодности. Пожалуй, из плюсов это только то, что доступная цена. То есть на Air SIM эта цена будет стоить, я покажу на примере iPhone SE, 4500 гривен. То есть без Air SIM, как вы понимаете, это будет 7000 гривен в данный момент. То есть цена, допустим, $250 и $150. То есть разница в $100, как вы понимаете. Вот. Но все, опять же, зависит от устройства. Чем дороже устройство, тем больше будет разница, $100, $200 и так дальше. Но есть один нюанс. Это то, что если бы вы купили устройство новое с магазина на гарантии, он бы был на обслуживании и не переживали за какие-либо технические неисправности, как вы понимаете. То есть я никого не призываю никаким из вариантов выбирать, только вам. Я вас лишь призываю к тому, чтобы вы поставили лайк, подписались на мой канал, поделились этим видео с вашими знакомыми, вот, и прожимали колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!